исполнит желание, привлечет возвышенную любовь и отведет беду. Для чего ставят лаванду в доме? Многим растениям приписывают особенные, почти мистические свойства, и лаванда – не исключение. В народе считают, что этот невероятно красивый и ароматный цветок способен исполнять желания, поглощать негативные сущности, злость и зависть. В то же время лаванда привлекает добрые силы и красивую, возвышенную любовь. Лаванда – приметы. Считается, что лаванда обладает большой магической силой и способна оградить от недоброжелателей. Еще в средние века зародилась традиция вешать букетик из цветов лаванды у входа в дом, чтобы защитить его злых людей. Кроме того, маги и колдуны кладут цветы лаванды в мешочек-оберег, чтобы отпугивать злых духов. Поможет лаванда и в любовных делах. Согласно поверьям, если развесить по дому пучки лаванды, то скоро можно встретить своего суженого. В народе считается, если перед расставанием с любимым девушка положит ему под подушку веточку лаванды и загадает желание, то оно обязательно сбудется. В старину девушки перемешивали лаванду с розмарином, полагая, что подобная смесь поможет им сохранить целомудрие. А замужние женщины носили с собой веточки лаванды для того, чтобы всегда быть желанными для своих мужей. Использовать цветок можно и для проведения различных медитаций. Аромат растения помогает расслабиться, сконцентрироваться на чем-то важном и глубже заглянуть в себя. При помощи лаванды можно очистить помещение, в котором находится человек. Например, если регулярно прожигать свой дом свечой с эфирным маслом лаванда, то можно очистить энергетику от негатива и наполнить его чистотой, светом, спокойствием. Студентам можно брать с собой на экзамен оберег в виде мешочка, наполненного сухой лавандой. Растение позволяет сосредоточиться, обостряет ум, придает уверенность в своих знаниях и способствует везению в учебе. Талисман из высушенной лаванды также поможет удачно пройти собеседование. Для чего ставят лаванду в доме? Можно ли держать лаванду в доме? Можно и даже нужно. Ведь этот цветок имеет массу положительных свойств. Если горшок с лавандой поставить в спальню, то он принесет мир в отношения супругов. Лаванда в гостиной будет способствовать налаживанию диалога между всеми домочадцами, а в детской укрепит связи детей и родителей. Если поставить горшок с лавандой возле окна, растение поможет нормализовать энергетический баланс в жилище и даст отпор недоброжелателям. Лаванда дома в горшке считается лучшим средством от усталости. Она помогает быстро восстановить силы после тяжелого рабочего дня или сложных переговоров. Можно ли спать с лавандой? Лаванда считается одним из лучших цветков, которые можно разместить в спальне. Это растение имеет приятный аромат и известно своими успокаивающими свойствами. Можно положить мешочек с лавандой под подушку или поставить в комнате вазон с растением. В результате можно избавиться от депрессии, дурных мыслей и ночных кошмаров. Если перед сном принять ванну с лавандовым маслом, можно увидеть вещий сон, в котором вы получите ответы на многие свои вопросы. Если лаванда засохла в горшке, что это значит? Если цветок погиб, не стоит расстраиваться. Согласно приметам, лаванда отвела от вас беду, впитав весь негатив, который поступал снаружи и изнутри дома.